Добрый день, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Готовим вкуснейший пирог без яиц, молока и сливочного масла. Он настолько вкусный, что вы не поверите, что это постная выпечка. Готовится из более чем доступных продуктов за считанные минуты. Получается мягкий, рыхлый, ароматный и безумно вкусный. В описании под видео указано количество ингредиентов. Два апельсина я хорошо вымыла и снимаю с них цедру. Аккуратно, чтобы не задеть белую часть. Апельсины разрезаю пополам и отжимаю сок. У меня получилось 150 миллилитров. Переливаю сок в миску. Добавляю сюда всю цедру. Всыпаю сахар. Немного соли. Растительное масло без запаха. И вода горячая. Все это перемешиваю. Муку смешиваю с разрыхлителем 2 чайные ложки и просеиваю в миску. Замешиваю тесто венчиком. Заранее я залила изюм кипятком, оставила на 10 минут, затем воду слила, просушила бумажными полотенцами и добавляю в тесто. Перемешиваю и все готово. Выпекать буду в силиконовой форме, я ее не смазываю. Если вы будете использовать металлическую, смажьте маслом и присыпьте мукой, либо используйте пергамент. Разравниваю тесто ровным слоем и ставлю в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Готовность пирога проверяем деревянной шпажкой. Время выпечки может отличаться в зависимости от вашей духовки. Когда пирог остыл, по желанию его можно посыпать сахарной пудрой и подавать к столу. Получается он очень мягкий, воздушный, рыхлый, вкусный. Он не очень высокий. Если вы хотите, чтобы пирог был выше, выпекайте в форме с меньшим диаметром, либо удваивайте количество продуктов. О чем, кстати, вы точно не пожалеете, потому что пирог получается неимоверно вкусный, несмотря на то, что в нем нет практически ничего. Что даже не верится, что такая выпечка может получаться из простейших продуктов. Я очень надеюсь, что рецепт вам понравился. Жду ваших отзывов в комментариях. Если испечете, обязательно напишите ваше мнение. Всех благодарю за лайки, просмотры, за подписку и за вашу поддержку. Всем мира и добра. Пока!